Привет! Сегодня поработаем над одним переводом в паттерн для мощных ребят, у кого сильные руки, мощный плечевой пояс. Это перевод захвата руки сбоку или снаружи. И я сейчас покажу. То есть такой опять же захват, когда мы забираем руку снаружи. И отсюда работаем, чтобы сделать перевод партера. То есть, беря захват жестко, опять же нужно, да, то есть это для мощных ребят, жесткий захват за руку. Здесь я работаю сюда вверх, соперник начинает, он начинает на меня идти, то есть идет как бы, да, и отсюда я продергиваю его вниз. Когда он начинает на меня идти вперед, я продергиваю его вниз. Да, то есть его пропускаю вперед, зашагиваю за спину. Важно, чтобы мое плечо, я и давлю в его плечо, то есть в этот сустав. Не здесь, не в локоть, не в спину, а именно в сустав плеча. Да, когда я уже пропускаю его в сторону и соперника опускаю вниз, в этот момент моим плечом удавливаю сюда. То есть должно быть вот такое вот давление сюда вниз. И тогда руку сюда вниз опускаю, да, проталкиваю и захожу за спину. Так, еще раз прием полностью. Я забрал руку, да, иду на соперников, и он сопротивляется, делает сопротивление. В этот момент я его пропускаю в сторону и плечо. Бам! Да, протягиваю, захожу за спину. Вот такой вот перевод в партер.